Следственный комитет выясняет подробности инцидента в Лидском районе. Накануне водитель Audi совершил наезд на сотрудника ГАИ, причинил ему телесные повреждения. Как известно, незадолго до этого патруль остановил Volkswagen под управлением 58-летнего мужчины по подозрению в пьяном вождении. Позже подъехал его сын и подрезал служебное авто. После остановки транспортных средств задержанный водитель выбежал из автомобиля и сел в автомобиль Audi A6. Старший госавтоинспектор предпринял попытку извлечь его из автомобиля, однако пассажирская дверь была заблокирована запорным устройством. Водитель Audi начал движение и тем самым совершил наезд на старшего госавтоинспектора. Сотруднику ГАИ в больнице была оказана медицинская помощь, он не госпитализировался. Вскоре подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело.